Hey guys, how are you? Today record for you game on my computer, Metro Exodus. Please press like, subscribe, comment, good luck, good see. Oh yeah, baby. Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Все миллиарды сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались как плесень. И когда с поверхности пришла беда,
лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Thank you.
Смотрите, стражи кого-то рвут! Алёша! Дамир, князь, помогите ему! Князь, пошли вытаскивать! Держись, мужик! Прикрывайся! Артём, какого хрена? Ранен! Артём, держись, дружище! Да, его, считай, помяли только. Возвращаюсь! Всем внимание! Нашёлся герой! Чего тебе много, начальник? Ночь на станции. Но врачам я сказал... Понял, открывай тогда! Что? Вперёд! Налево, через площадь! Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артём тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки! Брось, Дамир! Пусть учится защищаться. Как в метро слабакам не выжить. Охрана, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Артём, проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран, сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову, а ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же спартанцы. Артёма выручили. Да, молодцы. Здоровяки и такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Ну, а что им остается? Служба такая. Служба службы, но если они так и дальше будут.
Да, Артём. Вам бы поберечься, не рисковать зря. Даже если где-то еще есть выжившие, нам они не помогут. Стоит ли вообще пытаться налаживать с ними связь? Тем более, что вскоре после войны сигналы принимали часто, а вот сейчас... Это вас ни на какие мысли не наводит. Хотя, поступайте, как знаете. Это ваша жизнь. Артём, я понимаю, мы в тупике, и выход из него искать нужно. Но мне кажется, лучше заниматься этим не в одиночку. Тем более, что ребята из Ордена в очередной раз пришли вам на выручку. Думаю, командир готов принять вас обратно. Так стоит ли терять время на нашей станции? Решать, конечно, вам. Но если бы спартанцы позвали меня, я бы не задумывался. В любом случае, удачи. Служба службой, но если они так и дальше будут... А сколько, по-твоему, можно высидеть? Угодно. Вон сколько лет сидим. Да ну, ты же врач. Сколько больных детей только на нашей станции? А вообще детей? Сколько нас останется через 10 лет? 10 лет? Сейчас уже шить нечем, про препараты я и не говорю. Артём на нашей станции лучший стрелок, но он же с поверхности только в лазарет спускается. Да, пока везет, переливанием в который раз отделался. Но остальные-то не такие везучие. А если спартанцы слягут, что тогда? Вот потому они наверх и ходят. Видят, что здесь внизу мы ничего не высидим. Запасы кончаются, да и нас все меньше, а мутантов все больше. Они все крупнее, опаснее, хитрее. Рано или поздно нас сомнут. Деваться, понятно, все равно некуда. Но и сидеть сложа руки они не могут. И тут я их понимаю. Я что, предлагаю руки сложить? Но вот так гробить себя? Хотя, конечно, кто знает. Может, они в Д6 карты секретные нашли. Ищут теперь по ним склады какие-нибудь. Надеются же на что-то. Никакие склады уже не спасут. Разуй глаза. Что там на них сохраниться может? Столько лет прошло. Помочь может только полная эвакуация. Но куда эвакуироваться-то? Ну, и что тогда делать? Завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище. Не знаю, если честно. И никто не знает. Но они хоть пытаются. Да. Если не они, то кто? Аня, я уже 100 раз говорил, немедленно возвращайся в поле. Я ушла из Ордена и сама решаю, что мне делать. А Артём? О, какие люди! Артём, здоров как бык! Но ты, брат, князь, конечно, поднимите. Дал! Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга! Пардон, ну, сейчас устроим пир! Артёмыч, ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже! Как там, господи, медсестрички? Ну ты красивая! Да хватит вам, оставьте парня в покое! Брат. С возвращением, Артём! Ладно, всё, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! Ура! Вот сейчас устроим! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только приз не как в прошлый раз. Держись, Артём! Тишина. Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер.
Загулялись мы. Пора фильтры менять. Давай быстрее. Нам лишние рентгены ни к чему. О, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой красной зоне... Ты ведь все руины уже облазил. Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если и тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Демона шуганула, чтобы не расслаблялся. Вернешься в Орд. Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней. И душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Теперь ты... Guys, part number one, it's finished. Send comment record for you part number two or no. Please like, subscribe, comment. Good luck, bro. Bye-bye.